Я знову рада вітати вас у найкориснішій програмі про поради. Поспішаю запевнити, сьогодні серед наших сюжетів є ті, що стануть у нагоді, ті, що навчать новому, і ті, що відверто здивують. Аби переконатись в цьому вже зараз, давайте дивитись. Паспорт є, проте ще не дорослий. В 16-річному віці цивільним кодексом передбачено право дитини на самостійний виїзд за межі країни. Проте є кілька важливих нюансів. Давайте поговоримо про особливості виїзду неповнолітніх громадян за межі України. Про поради розібралися у цьому питанні і готові розповісти. На даний момент законодательство существует два варианта, как можно вывести одному из родителей ребенка за границу, либо за пределы линии разграничения. Первое – это нотариальная доверенность, которая дается одному из родителей на сопровождение ребенка, в которой указывается место, куда выезжает, указывается время, срок. И с этой нотариальной доверенностью дает право пересечения границы территории Украины, либо пересечения линии разграничения. А второй вариант более сложный, более длительный – это тот вариант, когда один из родителей отказывается от дачи добровольного нотариального разрешения. В таком случае родители, с которыми проживает ребенок, вынужден обращаться в суд для того, чтобы получить такое разрешение. Перечень документов, которые необходимы, стандартные, это паспорт-код, свидетельство о браке, свидетельство о разводе, либо решение суда о разводе, свидетельство о рождении ребенка, справка с места жительства, где зарегистрирована семья. Могут быть дополнительные еще документы в зависимости от сложной ситуации. Такое заявление подается в суд по месту регистрации, либо по месту нахождения ответчика. В дальнейшем суд рассматривает документы и принимает решение о том, чтобы разрешить, либо не разрешить вывоз ребенка. В данном заявлении нужно указать период нахождения, место, какие страны, либо в каких местах требуется это разрешение. Возможно, это будет не одна страна, возможно, какой-то, допустим, там фестиваль, который начнется там, в Беларуси, закончится в Молдове. То есть это все указывается, а также подтверждается еще местонахождение проведения организации, возможно, там олимпиада, подтверждение, возможно, туристическая фирма, либо какая-то экскурсия, скажем, по другим странам. Это подтверждается как путевкой, так и купленным билетом. А срок, на который возможно разрешение, тоже лавируется. Если, скажем, нотариальная доверенность до 3 месяцев не требует разрешения от службы по защите детей, свыше 3 месяцев уже такое разрешение необходимо. Что касается решения судов, то срок тоже лавируется. Это либо летний период каникул для детей, либо это сроком на полгода, либо на год. Какие нормы регулируют пересечение границ Украины? Это закон Украины о въезде граждан Украины и выезде. Регламентируется постановление Кабинета министров номер 57, в котором вылаживается уже сам порядок пересечения. Также немаловажно сказать, что готовится и принят уже во втором чтении законопроект 8296, в котором будут внесены изменения пересечения, немножко упростят для родителей. Ну, основные такие изменения, которые предусматривают, это если один из родителей не оплачивает алименты в течение 4 месяцев, то это дает право выезда без согласия. Также выезд сроком на 1 месяц, если есть подтверждение о том, что есть необходимость в лечении, оздоровлении, проведении, опять же, каких-то экскурсий, фестивалей и тому подобное. Данное разрешение, которое сейчас действительно распространяется на детей возрастом до 16 лет, с 16 лет уже ребенок вправе сам пересекать линию разграничения. Также хотелось бы напомнить еще о том, что есть моменты, когда разрешение не требуется. Не требуется оно в каких случаях? Если есть решение суда о том, что один из родителей недееспособный, о том, что он без вести отсутствует, о том, что он лишен родительских прав. Также же свидетельство о смерти одного из родителей добавить еще можно, что о матери-одиночке, в которых в актовых записях написано со слов матери, здесь не требуется. Опять же, с подтверждающими документами, соответственно, с решениями судов. В данной категории не распространяется мамы либо папы
могут беспрепятственно вывести ребенка за пределы границы, либо за межи разграничения. Коса – дівоча краса. Так вважали у всі часи. До речі, і зараз сучасні школярки все частіше вдаються до такого варіанту зачіски. У вас немає часу на створення складних укладок, але ви дуже хочете, щоб улюблена донька була гарно заплетена. У нашому наступному сюжеті ви дізнаєтеся, як зробити красиву і нескладну зачіску лише за 10 хвилин, додавши до образу юної леді стильну нотку. Давайте сегодня поговорим о детских прическах и о том, как можно собрать свою дочку в школу. Существуют различные варианты плетения, которые можно использовать, которые делаются достаточно быстро, но они надежные. Один из вариантов сегодня посмотрим. Прежде всего хочу дать совет, если у вашего ребенка достаточно гладкие, скользкие волосы, чтобы проще было заплетать, можно это прогофрировать. Можно взять гофре, размер зубцов может быть либо мелкий, либо средний, большой нежелательно. Прогофрировать волосы по всей длине. Что нам позволит сделать волосы более податливыми и прическа будет более устойчивой. Благодаря гофре у нас добавился объем минимум раза в два, что может быть спасением, если волосы у ребенка не сильно густые. Сегодня мы с вами научимся плести французскую косу на основе резиночек. Для того, чтобы начать плести нашу косу, нам нужно расчесать все волосы по направлению назад. Если волосы сильно пушатся, можно использовать любые спреи для волос с небольшой фиксацией. Нам понадобятся тоненькие силиконовые резинки. Можно взять яркие, можно взять под натуральный цвет волос. Выделяем довольно-таки крупную зону. И делаем просто обычный хвостик. Это первый этап нашего плетения. Первый хвостик убираем. Можем его даже подколоть, чтобы нам было проще. И выделяем под первым хвостиком еще. Можно брать довольно-таки толстые пряди. И выделяем следующую зону. Также завязываем резиночкой. Теперь берем верхний хвостик. Чтобы добавить объема у лица, можно немножко пряди подвыпустить. Теперь берем верхний хвостик, делим на две части и огибаем нижний хвост. Убираем средний хвост, подкалываем. Подбираем еще боковые пряди и получившийся двойной хвостик мы объединяем просто в один и завязываем резиночкой. Точно такое же действие мы повторяем с остальными хвостиками. Снова верхний хвостик мы разделяем на две части и ним огибаем нижний хвост. Этот средний подкалываем, чтобы он нам не мешал. У нас получилось два проплета. Для того, чтобы максимально добавить нашей прическе воздушности, можем подвытянуть пряди. И получится у нас очень пышная праздничная коса. Далее таким же образом мы плетем всю косу, только уже без подхвата, просто объединяя волосы. Такая простая и довольно-таки быстрая коса у нас получилась. Якими тільки не бувають національні страви, часом вони здаються ну просто дуже дивними. Проте деякі з них, не дивлячись ні на що, вже набули популярності. Спробуємо повторити відомий, але все ще досить специфічний рецепт.
Спочатку я думала, що ця страва – лише чийсь жарт, але ні. Сало в шоколаді. Обов'язково рекомендуємо спробувати це незвичне поєднання звичних продуктів. Рецепт не такий вже й складний, а інгредієнти доступні і недорогі. Про поради навчать! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня вашему вниманию я хочу предложить чисто украинский продукт, блюдо, о котором сложено очень много анекдотов, шуток, прибауток. Это сало в шоколаде. По закладке продуктов абсолютно несложный и недорогой. Конечно, в первую очередь это у нас сало, которое мы должны перекрутить через мясорубочку или блендере, но буквально в пасту, чтобы не было никаких комочков. Орехи. Какие у вас есть под рукой? У меня сегодня кешью. Это может быть и грецкий, и миндаль, и какой вы только любите. Белый кунжут. Можно с ним, можно без него. Приправа, которой я уделяю немного важное значение, чтобы не переборщить, чтобы чувствовалась немножечко нежность, сочность нашего продукта. Это мускатный орех в молотом виде, это имбирь в молотом виде, корица молотая. Всего этого понадобится абсолютно немного. Половинка лимона, авокадо, если оно есть у вас под рукой, и, конечно же, черный шоколад любого производителя. Нам понадобится немножечко шпажек. Если нет, это может быть зубочистка индивидуальная, вилочка, нож для работы, немного пергаментной бумаги и тарталеточки, маленькие размеры. Перекрутила уже сало, подсолила. И сюда мы добавляем на кончике ножа мускатный орех. Специй не жалейте, можно положить достаточно, потому что вкус нашей начинки должен чувствоваться, что он пропитанный. Все это мы аккуратненько перемешиваем. И нужно дать настояться немножечко, минут 15-20, чтобы сало соединилось со всеми нашими ингредиентами. И даем немножечко настояться, абсолютно немножко, минут 20. Тогда получается безупречный вкус. Жаль, конечно, что я не могу вам дать его попробовать. Но в этой заготовочке у нас нет ни чеснока, ни молотого перца, как мы привыкли применять к салу. Второй этап нашего приготовления – мы должны растопить шоколад на паровой бане. Мы получили свой растопленный шоколад. Ребят, по желанию вы можете в него добавить щепотку острого красного перца. Это будет вкусно. Но обязательным элементом здесь является лимон. Мы выжимаем наш лимончик. Хорошо это все перемешали. Мы получили однородную массу. Отставляем в сторону и приступаем к следующему процессу. Берем небольшой листочек пергаментного листа. И сейчас из заготовочек нашего сала формируем тоненькие пластиночки. Вы можете приготовить еще шарик. Это будет вторая форма, что отправится сейчас в морозильную камеру. Застывает очень быстро. Достаточно 30 минут. Вот так выглядят наши заготовочки, когда мы достали их с морозильной камеры. Сейчас мы приступаем к самому интересному процессу. Для чего нам понадобилась шпажка? Очень просто и легко. Мы накалываем нашу заготовочку, опускаем в шоколад, обсыпаем орешками и переносим на пергаментную бумагу. Также мы поступаем с прямоугольной формой, но не посыпаем их ни кунжутом, ни орешками. Из-за этого у нас получится разный вкус. Шоколада много не бывает. Поверьте мне, он очень вкусный, остренький, с лимонным соком. Вам понравится. Последние два шарика мы сделаем с белым кунжутом. Точно так же обсыпая его, можно даже не очень густо. На нашей тарелочке получились заготовочки разного вида. Это будет и по вкусу очень хорошо отличаться, и по презентации. Ребята, повторим и отправляем на 20 минут в морозильную камеру. Вот такая презентация моего блюда. Я добавила сюда гранатовый соус, очень вкусненький, сладко-кислый. Он дополнит вкус
сало в шоколаде, авокадо. Кому недостаточно лимончика, вы можете сбрызнуть еще сверху. Я не приравниваю это блюдо к десертам, но идеальная закуска к рому, виски, вину белому, красному. Может быть, даже и шампанское на ваш вкус. Приятного вам аппетита! Ну от і все. Наша творча група відправляється шукати нові поради. А ви обов'язково перевірте на практиці ті, що ми надали вам сьогодні. Впевнена, не пошкодуйте. Тож, до зустрічі в ефірі. Бувайте!